Всем привет-привет! Смотрите, какое я умею вязать кружево. Такая красота. Вот такие у меня есть ниточки. Эти ниточки называются виолет. Моточки 50 грамм, 282 метра, большой метраж. Мне очень нравятся эти ниточки. Я из этих ниток вяжу летние топики. Вот такая у меня есть кофточка, я ее связала таким красивым узором. Вот так она смотрится. Смотрите поближе. Вот такой низ кофточки. Такой красивый узор. Камера сейчас не очень хорошо передает цвет. Красивый розовый цвет. Такие рукавчики. У меня есть мастер-класс, как вязать такие ромбы. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в комментариях и в описании к этому видео. Кто хочет научиться вязать такое кружево, переходите по ссылочке в описании к этому видео и смотрите подробный мастер-класс. Я онлайн проводила трансляцию и вязала это кружево. Такое кружево свяжет начинающая рукодельница. Кружево вяжется быстро и легко. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Будем вязать красоту вместе.